Вообще по барабану. Ты спокойно. Дела свои делай. Понял, говорит, ты, я территорию тут лечу. Я тут, видать, может, слышу, у него такой запах. У меня, говорит, вообще не пахнет. Да, а тут радиация. Здесь вообще невозможно, даже так стоит. Без ветра это все, это ужас. Ну тут где мы стоим в 3 метрах? Чувствуешь? От лис вообще запах жуткий. Ну тут лис вроде не было такого. Она еще мелкая. Да, может, нет, здесь вырастет, вот она нет, она говорит, нет, вот это готово к размножению, а это еще нет. Поэтому у нее и аромат. Я же представляю, в лесу как надо пометить, чтобы самец стоит на поле. Там на, чтобы на пол леса пахло, наверное. Еще другие запахи прикрыты. Ну, а лиска прям вообще. Ну, рот открыт, какая нервничает. Она уже задыхается, не кайфует. Спокойно. Так, походи домой сразу. Ну, вот теперь сообщать не буду. Сейчас уходи, выйдем, погоди. Алиса. Подруга. Алиса. Алиса. Чего? Пошла. Вот это там. Что, у тебя дома что-то? Опа. Приснилось что-то? Пошла, говорит, рюмочку приняла на грудь. Сразу веселый стал. Или сегодня будет еще веселящего. Ну они разыграются, мне кажется. Просто бегом с дома выбежал. Черненько еще не обвыкло. Что-то разрывается. Чего они тут вытворяют, а? Вы скоро Потапа сейчас отмените, ребят. Да, вот нет, Потап. Артисты. Она ее бесит, не чтобы ты молодая. Зайца жевалку для повода. Не, она сама. Она сама по себе. Разыграться захочу. Километры набегли. Вот домой. Все дома по потолку. Вверх ногами будет. Смотри, кто же там тут делает? А тебе в шоке, что очень маленькая. Вообще как вид соседка странный. Алиска устала. Все? Нет, дубль 2 будет такой, наверное, легенький. Вот, теперь поменялись, теперь она так делает. Рика. На как вот, Алиска, на как примерить? За задним складе хочется сердце. Зачем она так боком стояла? Резервом.